Как сидел у нас молодой проспект, ему 19 лет, буквально недавно вспомнилось, это его первый профессиональный поединок. Главу города Владислава Пинаева знакомят со спортсменами, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам в День города. Их подготовка вышла сейчас на финишную прямую. Борцы отрабатывают коронные удары, подгоняют вес. В этом турнире у нас участвуют 4 человека из Нижнего Тагила. Это Сергей Ларионов, это Роман Гробовяк, Максим Шершов и Достеев Масхидин. Уровень у спортсменов, он у них разный, то есть от мастеров спорта до, скажем, кандидатов. Мастера спорта, все из разных видов. Кто-то к нам пришел полностью с нуля, то есть, да, мы занимаемся такие, как Сергей Ларионов, у него нету никаких спортивных разрядов, он пришел к нам просто с нуля, и вот сейчас мы можем посмотреть его бой 10 числа. Максим Шершов в спорте новичок и тоже начал заниматься смешанными единоборствами недавно. Для военнослужащего и свободного этот турнир будет первым. Просто хотелось бы показать своим то, что у нас разница с моим соперником как бы 12-11 лет. Хотел показать, что и в 30 лет можно прийти сюда и начинать заниматься и показывать какие-то результаты. Соперник, он также занимается здесь. Как бы, ну, как-то получалось так, что мы с ним никогда как бы не ступали, не боролись, не занимались ничем. То есть, как бы, что-то новое, наверное, для нас будет обоих. Международный турнир по смешанным единоборствам «Вторжение» пройдет в эту субботу при поддержке администрации Нижнего Тагила. Не исключено, что он станет традиционным и будет проводиться каждый год в День города. Турнир под названием «ЦЭК-19». Мы начинаем такой проект. Это не ради провести единоразово какой-то проект, некий устроить соревнования, устроить показательные некие бои. Это действительно популяризацию сделать спорта, именно спорта смешанных единоборств в городе Нижний Тагил. В скором времени у тагильчан появится еще одна площадка для занятий профессионального роста. В следующем году начнется строительство центра единоборств. Сейчас ведется работа над проектом спортивного объекта. Анна Дик, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.